Ярославль. Отличная футбольная погода, как выразился все тот же Вадим Валентинович Евсеев. И в соперниках тульский Арсенал. 16-й тур Мелбет первой лиги стартует с этой классной афиши. Кстати говоря, Вадим Евсеев после победы над КамАЗом на той уже ставшей легендарной пресс-конференции рассказал, но сейчас это не имеет принципиального значения, потому что Шинник выходит вперед. Отличная передача с фланга и совершенно потрясающий удар или игру снова головой в дальний угол. Никаких шансов для Егора Шамова. Был фол. Именно он делает подачу штрафную. Хороший момент. Скидка на дальний угол. Вратарский удар поворотом. И, казалось, мяч в сетке, но он не попадает в створ ворот. Подача. И на этом что? Давайте отсюда еще посмотрим. Да, и это фалил. Это фалил, причем так откровенно фалил Андрей Семенов. Плюс ко всему площадь тела не увеличил 19 номер хозяев, так что никаким пенальти там не пахнет. Момент! Удар штанга! Ничего себе выстрел! Ничего себе ударище! Атаки Арсенал, еще один заброс Панченко! И гол! Гол! Соорудил как раз тот человек, который только что вышел на замену. Это Сергей Ткачев. Кирилл Панченко между ног мяч отправляет Егора Шамова. Как же не везет футболистам тульской команды. Удивительно, удар за пределы штрафной. И еще один. Какой гол! Какой гол! Вау! Вот это поворот! Вот это поворот, ребята! 2-1! Удален Вадим Евсеев. Они герои. Они сегодня празднуют фантастическую совершенно победу.